их первый рубль. Вот можно я начну с одной ситуации интересной? Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Я пригласил несколько лет назад сюда, в Киров, в торгово-промышленную палату Михаила Таратуту. И Таратута, используя опыт Америки, обратился к залу. Поднимите руки. Кто из вас заработал свой первый рубль? Поднялось всего несколько рук тогда. Я думаю, сейчас было бы значительно больше. Мы живем в изменяющемся мире. Я 5-й класс. Копал картошку в деревне. Меня на все лето ссылали в деревню. Где-то через месяц-полтора мне привозят 27 рублей. Мороженое дорогое стоило 15 копеек. Вы понимаете, вот что такое ребенок, который заработал эти деньги? Следующие деньги я свои заработал. 8-й класс. Я уговорил отца своего, ну да, я поработаю на заводе «Сельмаш». Бороны делали, штамповали бороны. Общение с людьми, с рабочими я запомнил с завода «Сельмаш». Ты обедаешь вместе с ними в столовой. Ты понимаешь, ради чего живут люди? При мне, знаете, жестко скажу, но женщине оторвало кисть руки. Я на всю жизнь понял, что такое техника безопасности и как к ней относиться. Я тоже заработал 100 с лишним рублей и имел возможность девчонкам купить мороженое. Это большое ощущение. Ну, то-то надо поработать, надо купить цветочек девушке, там еще что-то. 27 рублей, 100 там 10 рублей, 150 рублей, да бог с ними, с деньгами. Не в этом счастье, а вот то, что я людей помню, с которыми работал, это важно. Известные люди Кирова рассказывают о том, как они заработали свой первый рубль.